саженцы дерева сад, 2, 3, 3, 4 литка, груши 2 сорта память Жигалова детская порадуют обильными урожаями двух видов плодов благодаря тому, что селекционерам удалось на одно дерево привить сразу два сорта. С дерева сорта память Жигалова собирают плоды со средней массой около 200 граммов. Они имеют приятный аромат, сочную мякоть и кисло-сладкий, слегка терпкий вкус. Груша детская приносит небольшие плоды с плотной кожурой и кремовой сладкой мякотью. Урожай снимают по мере созревания плодов, используют для приготовления варенья и компотов, а также для заморозки. Сорт отлично транспортируется, сохраняя свои превосходные вкусовые качества не менее месяца. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, груши 2 сорта память Жигалова, детское это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Груша прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола дерева сад, 2, 3, 3, 4 литка, груши 2 сорта память Жигалова, детская можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения, среднерослый. В качестве места выращивания груши прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает дерево сад, 2, 3, 3, 4 литка, груши 2 сорта память Жигалова, детская в месяц май, июнь. Интересные цветы груши могут быть до 2 см. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, груши 2 сорта память Жигалова, детская имеет позднелетний срок созревания. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, груши 2 сорта память Жигалова, детская, самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.